надеюсь, что дойду до конца всего. Но главное — сохранить человеческие отношения, потому что фильм нам о том, что главное, что разрушает человеческие отношения, это насилие, это гордыня и это невнимание к другому человеку. Даже если ты кого-то любишь, этого недостаточно. Нужно быть внимательным, нужно быть добрым по отношению к твоему ближнему. Надеюсь, мы все это пронесем до конца года. Вот, проект «Лихие» начинается.